заключительном уикенде лета мы будем заряжать энергией нового юбилейного 15-го сезона КХЛ вместе с командой хоккейного клуба «Трактор». Я впервые на таком мероприятии, ни разу не был в Челябинске на «Трактор Open». Все круто, очень много народу, хорошие исполнители, да, приехали к нам в гости, то есть организация на высшем уровне. Сейчас посмотрим, как мы выступим. От нас многого-то не требуется, мы же не артисты, так что даже не переживаю. Федука прям слушаю на повторе, так что я рад, что он приехал. Я был в шоке просто, моментально просто. Я не поверил сначала в это. Стиль мне нравится. Новое лого очень крутое. Кепка сногсшибательная. Само качество очень хорошее. Буду носить с удовольствием. Буду появляться на самых ближайших матчах. Буду активно очень болеть. Только побед, удачи. Всего хорошего. Поднимаем, все со мной, let's go! Очень классно, интересно, весело, шумно, все на высшем уровне, как всегда у нас организовано. В целом и представление команды, и выступление артистов, все классно, все понравилось. Всех вручают свитер, конечно, для тебя это воодушевляет и только гонит вперед. Впечатлило то количество болельщиков, которые пришли на наш фестиваль, и я считаю, что он удался. Мы его проводили в новом формате, рядом с нашим легендарным дворцом «Юность» и рядом с набережной, которую недавно открыли, и как точка притяжения это место выбрано, я считаю, не случайно. И фестиваль дал большое количество эмоций, которые пережили мы вместе с нашими болельщиками.